Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. В этом видео я расскажу о полезных свойствах витаминов из группы В для домашних растений и цветов. Все витамины, о которых пойдет речь, можно приобрести в аптеке, в ампулах или в таблетках. Первый витамин – это В1 или тиамин. Он поднимает растениям иммунитет, усиливает ботанизацию, увеличивает рост зеленой массы, помогает растению лучше воспринимать фосфаты и улучшает развитие корневой системы. Витамин В1 очень быстро расщепляется при дневном свете, поэтому подкормку с витамином В1 лучше проводить вечером и сразу после приготовления раствора. Раствор делается так: на 10 литров воды добавляется 50 мг и поливается растение под корень. Следующий витамин называется В3. Или никотиновая кислота. Этот витамин улучшает репродукцию растений и ускоряет его рост. Применяется в виде раствора для опрыскивания. Раствор готовится так: на 10 литров воды добавляется 15 мг витамина. Следующий витамин В6 или пиридоксин. Это хороший иммуностимулятор, защищающий корни от грибковых заболеваний. В качестве внекорневой подкормки раствор делается так: на 10 литров воды разводится 50 мг витамина. Для корневой эффективной подкормки на 10 литров воды берется 50 мг витамина В6 и 10 мг витамина В3. И последний витамин, о котором пойдет речь, называется В12 или цианокобаламин. Он участвует в образовании хлорофилла и увеличивает рост зеленой массы. Применять его следует внекорневым способом. На 10 литров воды разводится 10 мг витамина. Все витамины можно применять с перерывом в 7 дней. Они очень быстро усваиваются и хорошо воздействуют на растения. Если в каждый из составов добавлять еще по 10 мл глюкозы, то растворы будут лучше всасываться в растения и будут давать энергию для здорового роста и цветения. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.